Ты ведь ни о чем не знала? Или просто закрывала глаза? Твой муж украл у меня 2 миллиона. На кону моя жизнь! На кону моя жизнь! А раз на кону моя жизнь, то и твоя тоже. Сегодня случилось нечто ужасное. Мистер Маллиган, ваша семья много лет участвовала в делах Гарри. Помогите мне. Тут я бессилен. Наши мужья не вернутся. Теперь мы одни. Муж оставил мне планы следующего ограбления. Но одной мне не справиться. С чего бы нам тебе верить? С того, что только я ваш единственный шанс не получить пулю в лоб. Мораль у истории вашего мужа и моего отца проста. Что посеешь, то и пожнешь. Я надеюсь. На стволы. Стволы? Где я их возьму? Да где хочешь. Даже если все пойдет не так, хочу, чтобы мои дети знали, что я не сидела сложа руки. Я боролась. Наше преимущество – оставаться самими собой. Почему? Все уверены, нам слабо провернуть это дело.